Более 200 зрителей собрали первые соревнования по дрифту в Ишиме. 17 участников прибыли из Тюмени, Кургана и Омска, чтобы продемонстрировать свои водительские способности и получить дозу адреналина. Андрей Ишутин занимается автоспортом 3 года, говорит, что с того момента перестал хулиганить на дорогах и стал ответственным водителем. Раньше позволял, сейчас мы уже таким не занимаемся. Ну, это было детство, а сейчас к этому серьезно относимся. И как бы дрифт это для нас не просто там что-то показать, а мы этим показываем то, что машины могут, и мы сами можем управлять ими. После 50 заездов уже поздно вечером определятся 3 победителя. Соревнования по дрифту были инициированы молодежной и общественной палатой. Есть уверенность, что они станут спортивной традицией города.